Коротко о погоде. Такие вот сугробы в лесу в Симферополе. Только что хрустело дерево, где-то ветки ломаются прямо от снега. Обалдеть, ребята, гляньте, до колена просто. Да, вот вам вода в Крыму, наконец-таки она будет. Тут уже без вариантов, не отвертишься, да? Смотрю, да. Глубоко, да? Стирать? Да. Сушить? Сушить. Лиза, ну а что делать? Вот такая у нас зима пришла. Да. Смотри. Опа. Да. Вчера была еще плюс 15. Сегодня минус 5. Вчера была осень, вчера была весна, вчера была зима. И сегодня вот такая красотища, такая вот зимушка обалденная, не передать словами. Это что-то невероятное просто. Я такого давно не помню. На деревьях большие такие шапки лежат. Сугробы огромные. Да, да. Так интересней. Так вон, смотри, как сыпется. Ах так, да? Двое на одного. Такой немаленький сугробик на машинке, да? Фу. Да, вообще уникальная метель метет. На крышах такие сугробы. Дым с трубы валит. Красота. Это тебе не по зубам. О, нормально. И я хочу. Лайк. Тебе могу нам встать. Помогать. О, бочка, я не могу встать. Да я хотела дёрнуть. Женщина пошла с букетом мимозы. Обалдеть, распустилась мимоза. Давай. Да, в общем, кады. Класс.